Форум собрал 300 человек из более чем 30 муниципальных образований Московской области. Это члены ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций начального общего образования. Сама организация была создана несколько лет назад. И последнюю роль в ее развитии сыграл и наш Орехово-Зуевский университет. Прежде всего была создана на нашей базе и очень активно размножается, она увеличивается практически с каждым месяцем количество ее членов и является очень активной в плане проведения различных мероприятий. Сегодня в задачах объединения развитие качества дошкольного образования Подмосковья, достижение его доступности, повышение престижа профессии педагога. В работе форума приняла участие президент Ассоциации учителя Подмосковья, депутат Государственной Думы Лидия Антонова. В своей речи она отметила важность развития образования в Подмосковье, а также его творческую составляющую. Подняла она и одну из актуальных и дискуссионных тем современности – инклюзивное образование. Также на форуме были отмечены достижения членов профессионального сообщества. Их наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Продолжился форум работы секций семинаров, посвященных творчеству, преемственности дошкольного и начального образования, реализации доступной среды.